вечер. Добрый вечер. Обратил внимание, в интервью, которое вы давали канадскому радио, там поинтересовались, играли ли вы когда-нибудь с Путиным в шахматы. И вы очень как-то ушли от этого вопроса, начали рассказывать вообще о Путине и о шахматах. Не играли? Нет, с Путиным о шахматах много говорили, начиная еще с 93-го года. Да, шахматы он очень любил и любит, и поддержит шахматы. Но, отвечая конкретно на вопрос, ни разу не играл с Путиным в шахматы, ни разу не предлагал. Но Владимир Владимирович — единственный президент Российской Федерации, который участвовал в нескольких шахматных мероприятиях. Он участвовал в закрытии матча за звание чемпиона мира в Сочи в 2014 году, когда величайший шахматист Магнус Карлсен, норвежский гроссмейстер, выиграл Вишиананда, индийского гроссмейстера, и Владимир Владимирович принял участие в церемонии закрытия, и вместе мы девали шахматную корону, венок чемпиона мира Магнусу Карлсену, и у него очень такая прекрасная речь была. Через год Владимир Владимирович принял участие в возрожденном турнире «Белая ладья». В свое время и Карпов, и я принимали участие. Это турнир шахматных школ. То есть вот сначала идут городские, районные, республиканские. Вот победители этих школьных шахматных турниров, они вот встречались в одном месте. И это было очень распространено в Советском Союзе. Ну и затем вот в России как-то не до этих турниров. И вот несколько лет назад возродили. И 1 июня на Международный день защиты детей в Дагомысе Владимир Владимирович сам приехал и открыл возрожденный шахматный школьный детский турнир «Белая ладья».